Уважаемые друзья, с вами программа «Национальный рейтинг. Лучшие практики». Ее ведущие Дмитрий Волков и Анна Акпарова. Сегодня у нас в студии наш дорогой гость Александр Осипов, первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Спасибо за теплую встречу. Здравствуйте. Здравствуйте. Александр Осипов. Первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Родился в 1969 году. Окончил Институт народного хозяйства в Ростове-на-Дону по специализации экономико-управления, а также Ставропольский государственный университет по специализации юриспруденция. Прошел программу MBA при Академии народного хозяйства. Работал в Федеральной налоговой службе Российской Федерации. Являлся финансовым директором таких российских холдингов, как FMCG, United Panel Group, РАО ЕС и группы ИТЕРА. Вице-президент, председатель экспертного совета «Деловая Россия», председатель совета директоров компании «Энергосбережение», член совета директоров ряда энергетических компаний. Женат, воспитывает дочь. Спасибо огромное, что вы нашли время к нам прийти. Вам же достался очень непростой такой регион. Это даже не регион, это же огромная территория. Макрорегион, да. Макрорегион. Может быть, вначале расскажите, вот, чтобы наши зрители смогли представить себе предмет вашей деятельности, масштаб ее. Дальний Восток, в административных границах Дальневосточного федерального округа, это больше 36% территории России, только 6,3 миллиона человек. То есть, таким образом, гигантские протяженные территории, большая часть из которых с очень суровыми природно-климатическими условиями, со сложными рельефами, ландшафтами. Во многом еще она еще не обустроена, не обжита. Несмотря на то, что обживается уже 300 лет, 17 века. Да, обживается давно, обживается давно. Происходит это достаточно тяжело. В первую очередь, я думаю, что связано с природно-климатическими условиями, конечно. И вот сейчас, даже сегодня, в 21 веке, в веке такого объема технологий, таких, в общем-то, технологических прорывов, решений, в веке гигантской концентрации финансовых и инвестиционных ресурсов, все равно развивать его сложно. Потому что каждый вопрос, решение любого вопроса сталкивается с гипертрофированным количеством проблем по сравнению с большинством других точек ведения деятельности человеческой. Но, тем не менее, на них надо отвечать, поэтому, собственно, мы этим занимаемся. А какие задачи перед вами стоят? Вот несколько, может быть, самых главных? Вот, что у вас лично в приоритете? Ну, самая главная задача – темпы развития, темпы прироста экономических, социальных показателей и ощущения людей, которые там живут, они должны измениться со средних, скажем так, на ускоренные, для того, чтобы мы понимали, что мы на самом деле обживаем эту территорию, что мы ее развиваем, что жить там лучше даже, не хуже ни в коем случае, а лучше, чем в какой-то другой точке России. Тем более, что сами по себе места очень благодатные, красивые, великолепная природа, экология, богаты всеми видами ресурсов и живых, и ископаемых территорий. То есть все основания для этого есть. А вот ведь эта же задача, она стояла наверняка и до образования вашего министерства. Оно в 2012 году появилось, да, весной? Да. Угу. А вот какие, может быть, дополнительные инструменты вы используете? За счет чего вы хотите людей привлечь туда? Я так понимаю, задача-то заключается в том, чтобы люди приезжали, а не уезжали в этот регион, да? Увеличилось население, да? И дальше уже росла экономика. Какие инструменты основные? Да, много сразу вопросов получилось у вас. Все правильные, я их, боюсь, не удержу все в памяти. Я их задам снова. Давайте, да, хорошо. Ну, в первую очередь, конечно, я начну с конца, потому что это очень точное замечание или ваше наблюдение, что людей больше приезжало и как можно меньше уезжало. Нет таких территорий, даже самые благоприятные места в мире, в них все равно есть и положительные, и отрицательные притоки. Наша задача в том, чтобы людей, которые туда хотят приехать, которые там успешно адаптируются, найдут свою судьбу и счастье свое там, вот, построят семьи, в общем-то, и свяжут себя и свои поколения, может быть, будущие с Дальним Востоком и конкретной каждой точкой там, их было как можно больше. Вот. И явно арифметически было больше, чем тех, кто по каким-то причинам оттуда уезжает. А с точки зрения
влияние на поток отъезжающих, надо, чтобы там не было причин у отъезжающих, которые связаны с тем, что он почему-то хуже, чем какие-то другие регионы, менее обустроены, меньше в нем зарабатывают, или другая социальная или городская среда. Чтобы таких причин как раз не было. Чтобы это было связано с естественными для, в принципе, человеческого общества перемещениями. Ну, я, насколько я знаю, первый способ, который вы испробовали для того, чтобы стало больше приезжающих, это перевезли свое министерство на Дальний Восток. Да, мы... Это, наверное, первый опыт такой, да? Да, первое решение. Но, в принципе, в этом плане у нас такое единодушие в правительстве по всей ветке управления от нашего вице-премьера с тем, что как можно больше задач людей, задачи, которые там решаются, решались людьми, которые находятся там, либо которые туда переезжают. У меня самого были планы в первый же месяц туда переехать. Я уже семью подготовил, семья у меня согласилась, дочь у меня выбирала, в какой школе собирается учиться. Но потом фактическая прикладная работа показала, что пока, к сожалению, в тех задачах, в пределах тех задач, которые передо мной поставлены, большая часть успехов определяется все-таки работе в правительстве пока... здесь, в Москве. И при этом, по факту, я провожу от 40 и больше процентов времени на Дальнем Востоке, вот, но, получается, остался жить еще здесь. Ну, вам-то еще пока непонятно, куда переезжать, ведь там 9 регионов, и равное внимание нужно уделить каждому. В этой части, вот я хотел ответить тогда на первую часть вашего того вопроса, в котором было несколько подвопросов, о том, какие инструменты у министерства. Но в первую очередь, конечно, самый главный инструмент – это приближение к той территории, которой мы занимаемся. Не секрет, это во многих документах сказано, правительственных в том числе, что у нас распределение властных полномочий не везде совершенно. И между регионами, и федерацией там, в том числе. И вот это вот приближение федерального центра непосредственно вместо основных событий, жизни, развития, оно это является самым главным инструментом. Потому что ну, это всеми разделяется в правительстве. Ощущение, что решать вопросы или проблемы из Москвы, те, которые на очень протяженной территории, до которых лететь только 8 там, часов, это неправильно управленчески. Это самое главное решение. Но из этого следовал целый ряд других решений. Тем, что министерство осуществляет координацию действий федеральных органов исполнительной власти на этой территории в определенной части. Вот, министерство формирует государственную политику, связанную с развитием. Причем я хотел бы обратить внимание, что это не какое-то голое регулирование, а предметную, содержательную, практическую политику по управлению. Из-за того, что, собственно, сам по себе регион понятен, он очень легко прочитывается с точки зрения своей экономической карты. Поэтому и инструменты его развития, они очень практичны, очень понятны. Это создание территории опережающего развития, то есть концентрация на этой очень большой карте точек, в которых возможно ограниченными финансовыми ресурсами создать наилучшие условия для реализации инвестиционных проектов. Это поддержка крупных инвестиционных проектов, которые могут быть где угодно находиться в силу естественных причин на территории Дальнего Востока, но кажутся, но столкнутся с проблемами инфраструктурного обеспечения, кадрового обеспечения, социальной среды, городской. Вот, поддержка этих инвестиционных проектов. И, в общем-то, такая понятная повестка работы министерства приводит к тому, что эта работа непосредственно распределяется уже по самим субъектам. И вот мы коснулись с вами о том, что это 9 точек, как на них располагаться. Пока министерство расположено во Владивостоке, и это осознанное решение руководителей наших руководителей связано с тем, что, конечно, Владивосток и вообще сам по себе является такими воротами, фасадом и российскими Дальнего Востока. И после того, как в ходе подготовки саммита АТЭС, он еще и в нем была создана прекрасная инфраструктура, великолепный Дальневосточный университет, я имею в виду его архитектурные качества. Конечно, сейчас его в этой части Владивостока выигрышность, она прям просто очевидна. Это лицо Дальнего Востока, да, ассоциируется Дальний Восток с Владивостоком. Владивосток, поэтому, на если самом деле, тот город, куда реально можно переехать из Москвы. Вот я там была несколько раз. Ну, я планировал... Буквально захотелось там остаться. У нас с вами, да, здесь может возникнуть дискуссия, потому что я, например, планировал сначала переехать в Хабаровск. Вот, поэтому... Но Владивосток мне очень нравится. Вот все, что я сказал, это я разделяю. Второй, конечно, такой центр у нас явный, сосредоточение
ну, многих свойств хороших с точки зрения жизни, ну и самое главное, экономической жизни, причем таких наиболее конкурентных, сильных сторон, именно внутренних таких российских. То есть это промышленность очень сильная, реально конкурентоспособная, которая на международных рынках готова потолкаться и отвоевать для себя соответствующее место. Вот, инфраструктурных отраслей. Это, конечно, Хабаровск. Вот, поэтому министерство у нас и вторая часть его, то есть третья, вернее, так скажем, часть его находится и в Хабаровске. Ну и вот определенный, естественно, офис находится в Москве. То при этом министерство распределенное. У него три офиса. Москва, Владивосток, Хабаровск. Девять офисов, да. Вот сейчас, и мы сейчас, да, мы сейчас, у нас принято давно достаточно решение, но организационно, конечно, они не просто протекают, особенно в условиях ограниченности финансовых ресурсов и вот процедур принятия таких административных решений, принято решение о том, что у нас будут представительства в каждом субъекте, чтобы ускорить все транзакции взаимодействия министерства с региональными администрациями и повысить качество сотрудничества, именно взаимопонимание сотрудничества. Вот мы сейчас в стадии решения этих вопросов приняли решение, что точно будет по представителю. Вот сейчас решаем вопросы с офисами, с штатом. Знаете, вот очень хочется поговорить, конечно, про территорию опережающего развития. Но прежде чем мы к этому перейдем, я еще про один инструмент хотел сказать. Это вот национальный рейтинг инвестиционной привлекательности субъектов Российской Федерации. Это один из продуктов Агентства стратегических инициатив. Он в этом году будет уже включать в себя все 85 регионов. Пилот показал себя достаточно удачно. Скажите, вот в вашей работе это полезный для вас инструмент? Вы извлекаете оттуда какую-то пользу, планируете извлечь? Да, я бы оттолкнулся от контекста, прежде чем сказать, показать, в чем он полезен. Когда, соответственно, Александр Сергеевич Галушко был назначен министром, была назначена правительственная комиссия под руководством Дмитрия Анатольевича спустя месяц на рассмотрение вопросов, вот, собственно, как будем развивать Дальний Восток. И на эту правительственную комиссию министерство готовило под руководством министра, соответственно, нового, концепцию, как развивать Дальний Восток, с учетом того, что предыдущий забег, осмысление концептуального подхода, он уже к тому времени иссяк. А он в чем заключался? В том, что взяли очень качественно, квалифицированно, с помощью квалифицированных институтов российских, государственных и научных, экспертных, с помощью субъектов, компаний, наших ведущих холдингов, и посчитали, вот что такое восполнить за какой-то обозримый управленческий период, восполнить отставание Дальнего Востока и придать его экономике и социальному сектору свойств, близких к общероссийским. И оказалось, что это требует около 4 триллионов федеральных денег за 10 лет. И у нас есть, соответственно, не у нас, я имею в виду, в Российской Федерации есть даже где-то запись выступления на президиуме Государственного Совета, где Владимир Владимирович оценил такие решения. Он сказал, кого мы вводим в блуд, у нас таких денег просто нет. Поэтому была подготовлена новая концепция, которая учитывала реалии, с одной стороны, возможности государства, с другой стороны, понимала, что у нас крайне ограниченный срок, и с третьей стороны, понимала, что, тем не менее, развивать в любом случае мы обязаны эту территорию. Я понимаю, что вы нашли альтернативу пути вдохнуть жизнь за 4 триллиона. И вот об этом давайте не за 4 триллиона. После перерыва. Хорошо, да. Мы вернемся к вам через несколько минут. Уважаемые друзья, с вами снова программа «Национальный рейтинг. Лучшие практики». Ее ведущие Дмитрий Волков и Анна Акбарова. У нас в гостях Александр Осипов, первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока. Еще раз здравствуйте, Александр. И вот мы остановились на совершенно замечательном моменте.
вот возможно вдохнуть жизнь в Дальний Восток за 4 триллиона, а у вас есть альтернативный способ, да. Что это? И в правительственной комиссии была рассмотрена новая концепция, которая предполагала приоритет инвестиций в развитие Дальнего Востока, в развитии Дальнего Востока. То есть основная мысль следующая, что надо проактивно, очень интенсивно привлечь инвестиции в жизнеспособные инвестиционные проекты и в территории, которые способны дать максимальный эффект. И таким образом потратить каждый рубль бюджетных средств, которые мы можем, Российская Федерация может, наверное, максимизировав именно эти результаты. То есть не по сметному принципу закатать деньги, условно говоря, и все это вот напечатать условно, а именно в самовоспроизводящейся ускоренной экономической модели инвестировать именно туда. Да. И в этом, вот в этом, и в этом, в этой идее, в этой концепции самым главным инструментом является формирование благоприятных условий для инвестирования. И мы с вами должны прямо признать, что если бы с тем, что оценивает национальный рейтинг, было бы все в порядке в субъектах ДФО, то в таком случае, возможно, даже не требовалось бы министерство, не требовались бы такие программы, не требовалось бы 4 триллиона рублей. Почему? Потому что все-таки наши субъекты, территории субъектов Дальневосточного округа обладают гигантским потенциалом для развития. И то, что мы имеем, это не лучшая реализация этого гигантского потенциала. На самом деле условия достаточно для ведения бизнеса, достаточно сложные, сказать можно таким образом. Что у нас сказал рейтинг по пилотным регионам, в которых два субъекта участвовали, соответственно, Дальневосточного федерального округа? Три участвовало. У нас участвовали Приморский край, Хабаровский край и Республика Саха. Я сводный назову интегральный индекс. Получилось у нас, что там было, если вы правильно, ну, вы это точно помните, 5 групп. И первая группа – это те, кто Калужская область, Ульяновская, Республика Татарстан. Вот, а кто в пятой группе в том числе оказались? Это Приморский край, в четвертой группе Республика Саха и Хабаровский край. То есть, в общем-то, условия для ведения бизнеса, понятно, что непростые. И этому есть объективные, конечно, объяснения. Вот. Но наша задача и задача органов власти субъектов Российской Федерации Дальнего Востока в том, чтобы преодолеть объективные факторы и сформировать, наоборот, условия, которые были бы лучше, чем в среднем по России. Анечка, я не могу. Я с этим вопросом сидел. Хорошо, я его давайте, очень хочу задать. Да. Смотрите, значит, вот все рейтинги показывают, что лучше или хуже. Кстати говоря, отечественные почему-то хуже оценивают Дальний Восток, чем иностранные. Я же обратил внимание, вопрос. Они разные вещи оценивают все-таки. Doing business, он оценивает несколько иным образом, субнациональный особенно, он несколько иным образом оценивает. Мы не будем выдавать сейчас методологию. Да. Значит, ясно, что из всех рейтингов ясно, что регион, скажем так, имеет высокий потенциал для развития. Да, точно. Да, так вот, правильно. И основной инструмент, который вы хотите использовать, как я понял, это вот территория опережающего развития. То есть взять те места, где можно стартануть, я позволю себе употребить слово, и пойти. Вот смотрите, у нас в России есть несколько таких инструментов. Индустриальные парки, кстати, вы же их, в общем-то, авторы, можно сказать, в каком-то смысле отец-основатель, автор идеи. Особые экономические зоны. И вот теперь территория опережающего развития. И многие задают вопрос, а в чем отличие, почему мы хотим новый инструмент применить, а не воспользоваться старыми? В том случае, если мы формируем какие-то особые режимы, особые специальные режимы, отличные от общих режимов в юрисдикции страны, то тогда это, как правило, свободные, в нашем случае называются особые экономические зоны. Та логика, которая была более 10 лет назад заложена в особые экономические зоны, она была построена на приоритете государственной власти разных уровней и субъекта, и Российской Федерации в создании этих особых экономических зон. А логика все-таки территории опережающего развития в приоритете частных инвестиций. То есть стартовая точка исходная, сделать надо то же самое. Но стартовой исходной точкой являются совершенно разные мотивы. В одном случае надо найти то место, где наибольшим образом готов инвестировать бизнес, а в другом случае это была административная история. Это самое главное отличие. Второе важнейшее отличие в том, что когда формировались особые экономические зоны, то их регулирование, то написали
Ну, в принципе, такие неплохие режимы, которые бы, наверное, что-то облегчили, ускорили и сделали. При формировании территории опережающего развития и закона, который их регулирует, исходили из в качестве отправной точки, в качестве регулирования, из того, что надо обеспечить конкурентоспособность этих территорий по ведению бизнеса в них с соответствующими соседями или конкурентами. То есть самым главным было, мы выходим на равные или лучшие условия, или не выходим. Это совершенно, конечно, другое. То есть вы прямо делали такую таблицу, да, где все страны лучшие. В этой связи было, соответственно, абсолютно верно. То есть правильным следствием этого является, что надо было для этого сделать изучение и сравнение режимов и наиболее конкурентоспособных площадок, в первую очередь в странах АТР, потому что мы понимаем, что конкуренция это все-таки имеет определенные территориальные, в том числе, измерения. Сравнить их и сформировать эти условия. Можно один уточнить? Да. Вопрос? То есть мы понимаем, что в целом мы не очень конкурентоспособны по сравнению со странами, например, АТР, и мы говорим, мы создадим такие места, где мы будем точно конкурентоспособны. Я что-то не понял. Это разве тезис требует доказательства, что мы по поведению бизнеса в месте, где как бы я... Для меня, конечно, я понимаю, что вам хочется, чтобы мне это прозвучало, но мне кажется, что в этой студии точно не надо доказывать о том, что есть нам, как вы говорите, куда двигаться и на Дальнем Востоке, и в целом по российской юрисдикции, по формированию конкурентоспособных условий. Точно. Александр, расскажите, вот сейчас ведь закон, над которым вы работали, работало ваше министерство, он уже принят в Государственной Думе в втором чтении, и вот-вот уже будет внедряться. Вот расскажите, как он на практике будет внедряться? Не просто он будет принят, подписан и вступит в силу. Работает, а вот как он будет работать? Какие там необходимо, может быть, будет создать какие-то... Не знаю, управляющая компания, как там прописано, как она будет работать, как она будет отбирать эти территории. Вот именно с практической точки зрения. Или мы уж по традиции, зрения. Задавая в одном вопросе сразу пять. Предположим, я инвестор. Да, кстати. Как мне? Куда попасть? Как пойти? В эти прекрасные условия. Ну, я сначала все-таки опять от общего контекста. Понятно, что мы сейчас начнем применять закон. Я расскажу, какова основная процедура, условно говоря, успешного выполнения закона по территории опережающего развития. Но мы должны точно понимать, что так как это первый опыт, и мы стремимся его создавать на базе, на основе практики и международной, и уже российской, поэтому мы понимаем, что точно в него придется вносить изменения. Это однозначно. Поэтому как он будет работать? Он будет работать прикладным образом. Быстро решая, если он способен, то быстро решая проблемы инвесторов, если нет, то видоизменяясь. Значит, какая процедура сейчас как основная, скажем так, там у нас предусматривается? Она заключается в том, что министерство совместно с субъектами Российской Федерации, с инвесторами, с профессиональными компаниями международными, которые испытывают к этому интерес, ищут площадки, инвестиции в которых дадут максимальный прирост экономики. Причем это какая должна быть экономика? В первую очередь высокопроизводительная. Маленькое количество населения ставит перед нами задачу перезанять их с максимальной производительностью, так как максимальная производительность даст им хорошую заработную плату и максимальный бюджет эффекты. Вот, собственно, вся линейка целей, которую надо достигнуть, она решается таким образом. Поэтому в территориях опережающего развития должны быть производства, которые наиболее конкурентоспособные производства размещаются и создаются рабочие места с наиболее высокими доходами. Вот все, кто способны предложить нам такие территории, и это практика уже сегодня, мы все их активно рассматриваем. Это и субъекты у нас в этом плане, ряд субъектов активно продвигается, и компании ряд нам навели нас на эти мысли, и собственная работа министерства тоже. Не вы эти туры определяете, а вам их предлагают, как уже... Мы вот в том-то и дело, мы стараемся не поступать модельно, вот только так или иначе. Вот все способы, которые могут быть, мы ко всем из них открыты. На каких-то концентрируемся. Концентрируемся вот именно на этих трех, что если к нам придут крупные международные или российские инвесторы и скажут, вот здесь может быть территория опережающего развития, мы хотим, мы еще кто-то там заводы построить, все, мы однозначно рассматриваем. Если субъект с этим приходит, мы это однозначно рассматриваем. Если мы сами видим, конечно, изучая весь Дальний Восток и реализуя в нем проекты, сами видим, что какая-то территория явно имеет мультипликативный эффект для других производств, мы, конечно, к ней присматриваемся. После этого мы проводим очень быстро оценку того, насколько востребована она среди инвесторов, на это есть ряд технологий, и оцениваем, сколько будет стоить ее инженерно-инфраструктурно обустроить, пытаясь понять, насколько с точки зрения вложения 1 рубля это эффективные удельные затраты. Подготавливаем эти
соответствующую оценку по этим критериям и предлагаем под комиссии, правительственной комиссии по социально-экономическому развитию Дальнего Востока остановить выбор, какие из площадок будут наиболее приоритетными на ближайший период времени. Это основная модель работы. И ключевым элементом успешности работы территории, конечно, является и профессиональное управление ей. Поэтому предполагает создание управляющей компании, в которой могут участвовать и субъекты Российской Федерации, и частный бизнес, которые должны профессионально управлять этим, снижая издержки и формируя конкурентоспособность. Наша программа подходит к концу, и, может быть, в конце один тезис, кратко, что-то важное. Ну, самым главным тезисом для развития Дальнего Востока является сегодня вера и дальневосточников, и россиян в том, что можно совершенно другую динамику в развитии Дальнего Востока задать. И хорошо, чтобы эта вера в деятельное поведение отлилась, чтобы как можно больше предпринимателей, несмотря на где-то предыдущие сложности, ошибки, постарались увидеть возможность реализовать свои новые инвестиционные проекты, как можно больше предпринимателей, которые на территории России осуществляют инвестиционные проекты, увидели точкой приложения своих инвестиций Дальний Восток, и как можно больше предпринимателей и российских, международных увидели конкурентоспособность Дальнего Востока для глобальной экономики. Ну что ж, 300 лет назад наши предки осваивали Дальний Восток. Похоже, что сейчас в каком-то смысле надо осваивать его снова. С вами была программа «Национальный рейтинг. Лучшие практики». Ее вели Дмитрий Волков и Анна Акпарова. И сегодня у нас в гостях был первый заместитель министра Российской Федерации по развитию Дальнего Востока Александр Осипов. Всего доброго. До свидания.